Тысяча пробуждений связано с тысячами походов в умывальню. Каждое место, каждое событие, отдельная жизнь стоит жизни целой. Проживаю одну на работе, еще одну дома и отдельно в спальной. Жизнь прогулка и еще одна, когда глянул на ножки между делом. Но самая лучшая жизнь не та, в которой ты спишь с любимой. Самая лучшая жизнь — это не предел и не порция эйфории. Она как предчувствие, лишь предчувствие жизни, но лучше ее, а именно та самая любимая моя, когда с работы едешь в автомобиле. И хорошо бы вот так сейчас, когда в кармане зарплата. В мыслях поза, которую ты никогда не использовал, к своему удивлению. Планы на выходные, покупки, приблизительные затраты. Чтобы вот кто-то врывается, нарушает, и я вдруг теряю управление. Как хомяк в жестокой американской игре. Получаю по башке кувалдой, затем снова жду от жизни подарков, сидя в своей вонючей дыре. Может, стану папой где-нибудь в сентябре, или окажусь правнуком одинокого шведского графа, страдающего подагрой. Иногда так хочется прыгнуть в окно, обнять этот чудесный ландшафт и воздух. Но каждый раз я промениваю это мгновение на ожидание какого-то чуда. Как бы ломаюсь в предвкушении фантастической дозы, снова сижу, ковыряю коросту, снова ищу на московском небе звезды, снова откладываю мойку посуды. Сливочный ликер — это что-то новенькое, поза цветок лотоса тоже интересно. Планов на лето нет по-прежнему, на уикенд зовут кутить у дочки посла в коттедже. Хотел устроиться в прачку гладильщиком белья, но упустил, опездал. Букву «Ж» в объявлении, и на небе нет звезд, а посуды в раковине не становится меньше.